Напоминаю, храните производственную... Ага, вот. Вы знали, что здесь имеется технический фуникулер? Ну, я как бы подозревал, что здесь имеется способ как-то обслуживать подвешенное под потолком оборудование. Работало. Как красиво бассейн засветился. Обращаю ваше внимание. Нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Надо быть осторожней. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист. Работа такая. Почему эта фуникулерная хрень не может двигаться быстрее? Никто не предполагал подобного. Это был риторический вопрос.
майор, наверняка должен быть способ лучше, чем просто идти в лоб. Согласен. Можно попробовать улучшить снаряжение, либо найти способ уменьшить натиск роботов. Осужденный за клевету в сторону партии Дмитрий Баграмов объявляется вернувшим долг отчизне и освобождается от принудительных работ в комплексе. Напоминаю, всему персоналу комплекса надлежит воздерживаться от обсуждения работы с семьей и товарищами, не состоящими на службе в комплексе. Thank you.
Осталось один день. Осталось ускорить последний электромотор. Осталось остаться без патронов для большего комфорта. Так-то лучше. Кругом приятная глазу иллюминация и милые сердцу пчелки. Романтика. Не покидать свои рабочие места. Заполнение завершено. Присвоение и передача оборудования третьим лицам является нарушением закона и преследуется партией.
внимание всем сотрудникам, получившим повестку, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Неявка по любой причине послужит отягчающим обстоятельствам при рассмотрении вашего дела. Товарищ майор. Тебе есть что сказать по делу? Разве я в чем-то виноват перед вами? Почему вы срываете на мне зло? Извини. Твоей вины нет, я на себя злюсь. Из-за чего? Не вы убили Петрова. Его убило его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым, а не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца, сколько себя помню. А я его подвел. А сколько вы себя помните, товарищ майор? Ну, года два, может, чуть больше. После крайнего ранения я вообще мало что помню. Но я и до ранения его знал. Он мне вместо отца. Я в этом абсолютно уверен. Не спорю. Но нельзя же злиться на себя за то, в чем нет твоей вины. Конечно, есть. Я подвел Дмитрия Сергеевича в трудную минуту, когда он на меня рассчитывал. Теперь мне хреново от того, что он мною недоволен. Ну, как раз за это можно было бы не переживать. Это обычная ситуация. В смысле? В прямом. Академик Сеченов вечно всем недоволен. Ему не угодишь, как ни старайся. Его перфекционизм общеизвестен. Окружающие его разочаровывают. Да ну, это полная херня. Нейропулимерные перчатки не умеют обманывать, не так ли? Ну, да. Коваль из центрного полимера подсоединена. Засияло деревце. Красиво излучает. Глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии.